पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाजोर दिल पे चले। Дедочка, что? Папа. Увидела голову мужичка? Папа. Не бойся, малышка, все будет хорошо. Как приятно пахнут у бабульки носочки. Да? Как дела? Кнопка. Кнопка. Это ты нитку съел? Пипец у тебя в желудке, да? Чай, чай. Только сегодня приехал. Откуда, из России? Да, Москва. Из Москвы? Да. Ну что, как Москва? Нормально, хорошо. Стоит там нормально? Нормально. Как погодка? Погода там минус был, там, наверное, 1-2 минус. Я из Смоленска был, потом Брянск был, Тула был. Ты по России поехал? Да. Как зовут? Врач. Врач? А я Олег. Олег, да? Олег, да. Хорошо, я сохраню. Вот. И в WhatsApp напишу, потом я врач. А ты родом из Мумбаи? Нет, я из вот сейчас. Сюда дышу остановку, это мой будет. Давай.
через деревеньку, скромную деревеньку близ Болливуда, фильм Сити, мы проходим, дабы не платить 3000 рупий. 3000, мать его. Пиздец. 3000. Что за бред? Работа актером в Москве ничем не отличается от работы актером в Болливуде. Presently, it was not possible. But maybe after. Yeah, maybe later. Sure. Yeah. You just give your contact number. Yeah, yes. Yeah. If you sure, and we'll forward it. Yeah, just write your email address or my email address. Okay. And you a casting director? No, we are in production. We are in production. Yeah. Producer. Producer. You're producer. Yes. I'm a producer from Russia. Oh, nice. Yeah. So come to act here. What? Acting. Acting. Yeah. And dancers, you people are dancers as well? Yeah, it's yes. My actor. He's dance, he's sing, he can okay. All. Okay? Sure. Good, understand. Yeah. Thank you, my friend. Thank you for your help. No problem. Okay. Good luck. And yeah, you do good luck. Have a good time. Bye-bye. Okay. Thank you. По-моему, офигенно мы только что дали мои фотки продюсеру. Из EMA Entertainment? Да, я думаю, нас ждет великое будущее в этом продакшене. Нас ждет успех. Нас ждет успех. А сейчас мы двигаемся к следующему продакшену. Продолжим раздачу фотографий. Продолжим. Их у нас еще много. Мы думали, что мы пришли на студию. Оказалось, что это индийский вгик. Индийский вгик. Индийский вгик. Индийский вгик. Вот такой вот он, индийский вгик. И туда нас даже не пустили так же, как и во вгик не пускают. Такие же на входе сидят. Что такое индийский Болливуд? Это одна сплошная дорога, соединяющая разные продакшены, павильоны в одно такое огромное ожерелье. И вот мы сейчас путешествуем по этой дороге в надежде, что вот-вот найдем нужного нам человека, который нам поможет реализовать наш потенциал. Короче, мы сейчас нашли чувака, точнее он нас нашел и сказал, что он знает, где сосредоточение всех кастинг-директоров, где они все сидят. Какой там текстик? Давай что получим. Здрасте. Ну как? Круто? Thank you. No. Good luck. Yes, who is next? No. Someone inside. I think I. Alek. Alek. You can go inside. Alek. Yeah. Hello. I'm on a caster. No. Excuse me. Silence, please. And action. Okay. I miss you. Miss is a very small word for that feeling that I have kept for you. Who is it? From me, it comes out. Hello, who is it? Mama. And now I'm afraid of you. Him is nowhere to go. Every word, even a joke. Которую изрыгает, обгорающим ртом он выбрасывается, как голая проститутка. Выскочу! Не выскочишь из сердца. Спасибо. Спасибо. Nice. Thank you very much. Good luck, guys. You are the best actors. Ты ж видел, я всех умыл. Покори! Hey,
Убежал. Убежал. А? Фото? Раша. 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 Any work for you in India? Looking for work. It is a magazine for you in the Steptoe Generation. We created the film about Russian. What do you want to film? And your film, documental film. Yes, about Russian actor in here in India. I know a Russian actor. Yes. For what is your movie? Yes. Okay. It's nice, India. Very nice country, and it is a very nice country. It's a big country. We want to show film about India, about Indian people in Russia. Are you producer? Huh? Are you producer and editor? Director and actor. And the director? Welcome to India. Thank you very much. Welcome. Торжественный момент, так сказать. Индийцы и русские люди. Local people, it is my friend and your friend. People, it is my friend and your friend. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. What is your name? It's Javed. Где Рома? Come on. Ready? I hope you're ready. Come on, let's go. Именно так выглядят слипер-басы, которые едут из Мумбаи в Гоа. И везут туда 50 блоков сигарет Marlboro, которые там продам, разбогатею и вернусь в Мумбаи. Что, Олеженька? Ну, наконец-то мы добрались до самой интересной части нашего проекта. О, ну чё, побежали? Побежали! Сейчас сделаем бизнес. Смотри, чтобы ты понимал. Объем. Блин, красотища, как их люблю. Вот. По-моему, нормально как. Че, потихонечку. Ноги вон сейчас туда есть поставить. Ногой держишь. Вот так. На вырученные деньги мы сняли байк и поехали по стране в поисках съемок.
Агенты не спешили с предложениями, а деньги быстро заканчивались. Поэтому мы пробовали на себе разные профессии. Первой остановкой были рыбаки. Я немножко опоздал, но они не сильно ругались, ну с кем не бывает. Размялся, встал в строй и понеслась. Не халтурь там давай! По просторам и песенку запевать лучше хором. И тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-л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 а
Сейчас, погоди. Охуенно. Надо снять камеру и бомбануть селфи. Да, давай. Съемок так до сих пор и не было. Но мы не отчаивались, мы просто брали, садились на байк и катались взад и вперед, устанавливая рекорд скорости. Ромчик чуть не навернулся, но все благо обошлось. Когда уже нечем было заправлять мотоцикл, мы просто шли и устраивались на новую работу. Естественно, все это было нелегально. Давай, давай. Домой, пеш.
А, Бяш, домой. Домой, Бяшки, домой, Бяшки, домой. Пытается понять, что это за деталь. Рома, скажи, ты веришь этим людям? Блин, мне страшно, на самом деле. Они только что в гугле смотрели, как ставить тормоза. И мы уже здесь с 4 часов дня. Вот, я мечтаю добраться скорее на Гуап, спокойствие и релакс. Но Google-то должен знать, как тормоза чинить на Royal Enfield. Да, может быть, Google чувака спросить? Я думаю, да, Google чувак. Google чувак, ты знаешь, как чинить тормоза? Ремонт мотоцикла серьезно затягивался. А останавливаться надолго было не в наших правилах, поэтому дальше мы решили отправиться пешком. Первое время нас подогревал энтузиазм, но потом мы поняли, что решение это, мягко говоря, было не очень. У нас заканчивалась вода и деньги, мы толком не понимали, где находимся, куда мы идем. Нервы были напряжены. Короче, в какой-то момент все пошло не туда. И вот, когда уже казалось, что выхода нет, у нас появился шанс. Нам позвонил агент. Ну что, чуваки, мы приехали на встречу с агентом в этот отель, погнали. Где-то в холле он уже. Hello. Hello. My name Олег. Рома. Hello. Nice to meet you. Same here, great. Don't be surprised, we shouldn't film about Russian actor in Bollywood. No problem. If you know about this job, uh-huh. And the two girls also coming, they are in washroom, so we sit together, seriously we understand the job, mm-hmm. And this is a promotion of William Lawson's whiskey. Какого черта они так долго возятся с этими ремнями? Coach from the house of Bacardi. And now it comes to your city, okay. So you have to promote it and serve it. This is for sample for you. Thank you. You need to be one, a little louder. Louder, yeah. Hi. Hi. How is your business? Is everything okay?
Вот и началась наша работа аниматором. Уильям Лоссон! Уильям Лоссон! Police permission. Permission? Police permission. Уильям! А, ну. А, говорит, не надо ничего пиздеть. Да? Да похер. Давай снимем для видео. Уильям Лоссон! Уильям Лоссон! Best cars in the house of Bacardi! Yeah! Приехали на точку загрузить вискарь, чтобы поехать раздавать его по магазинам. And Прилив. You know, floating, it will throw outside. So this is dead, so it will not never go inside. Either you go and throw him in the middle, one day he will come out. Yeah. So you, if you want to put it inside the sand, bring him here and put it there. Maybe you can check this local guy with the stick over there. Go. Yes. Go and check. Что-то написал. Чё? Сейчас, погоди. Съемки в Раджастане. 5 кэсов. Меня утвердили. Да ладно. Чувак, меня утвердили в кино! Меня утвердили в кино! Меня утвердили в... Ой! Бляха, муха, меня в кино утвердили в кино! Утвердили в Индии, чувак! So this film is set in 1920s and whatever films have been made before 1947, they all talk about independence or patriotic heroes. It's a very fresh project, it's a very fresh film. Till now, whatever films have been made, they all talk about independence, but this doesn't. It just shows the story of a common man and how he falls in love with his girl. Anush, tell me about work casting director in Bollywood. You need to be very choosy, you know. You know, you should know what you want, actually. So I found my people and
Yes, things are going smooth. Very good guys. Sweden guys there, Norway guys there, London guys there, American guys there, French guys there. Some more countries, yeah. Afghanistan guys are there. Some, wow. Давайте, поделись, братиком. Почему? Ну что, у меня больше нет. У меня больше нет. Что ж вы так по очереди? Ну, смотри, обидели маленьким. Поделись. А, чего ты поделись маленьким? Дай вон маленькому поесть. Дай брату поесть, дай брату. Садись, прокачу, садись. Садись, покатаю. А? Садись. А?